Минувшие выходные в Нальчике прошел второй в истории Северного Кавказа турнир по смешанным единоборствам. Провести соревнования в Кабардино-Балкарии удалось благодаря стараниям спортивного клуба «Гладиатор» и Минспорта Республики. Бойцы выступили не только в личных зачетах, стенка на стенку вышли сборные команды Урала и Кавказа. Кто победил, знает наш корреспондент Адам Абазов. Волевой прием на руку, и противник повержен. Боец из Кабардино-Балкарии Марат Тахтамышев одержал победу уже на второй минуте первого раунда. Следующий бой также остался за нашим спортсменом. Руслан Хусинов закончил схватку с бойцом из Северной Осетии техничным нокаутом. После индивидуальных боев на ринг вышли сборные команды СКФО и Урала. В ходе ожесточенной битвы северокавказские горцы разгромили своих соперников с общим счетом 5-0. Среди победителей был и наш спортсмен Аслан Молов, одолевший своего оппонента из Башкирии. Я знал о сопернике, что он столько работает и готовился к фарту больше. Работали над борьбой. Попадал он по тебе или разбился? Посмотрите на него, вопросы. В отдельном турнире СКФО среди любителей сборная Кабардино-Балкарии заняла второе общекомандное место. Двое наших спортсменов добрались до финала, но из-за полученных травм на бои за золото выйти не смогли. Правда, этим результатом тренеры довольны. Серебряные медали дают право выступать на чемпионате России. Они готовились 3 месяца к этому турниру. Я доволен к ним. Они очень хорошо готовились. И результат налицо. Очень серьезных бойцов вы набрали. И надеюсь, что чемпионат России мы выиграем. Украшением турнира стали 3 заключительных супербоя среди профессионалов. Правда, поначалу для наших спортсменов все складывалось не очень удачно. В первой схватке Мухаммед Куков проиграл техническим нокаутом. Счет сравнял Ислам Бегидов в жесточайшем трехраундовом противостоянии, одержавший победу по решению судей. За пару дней мне поменяли соперника. У меня должен был совсем другой соперник. И мне как бы оставалось буквально 3 дня, чтобы готовиться именно на этого спортсмена. Вот пришлось чуточку. Трудно было, если честно. Но это спорт. Надо идти до конца к своим целям, чтобы не было, как бы не было. Заключительную точку поставил Бесланов Ашагов, досрочно завершивший бой болевым приемом. Адам Абазов, Марат Атруков, Вести, Кабардино-Балкария.